Будет несколько, поэтому сейчас быстро, быстро, очень быстро. Все готово. И садитесь. Так а чего вы нас-то не подождали? Тут будет много-много точек, где будем фоткаться, так что подождите. Все, погодите. Вот, вот где-то танк стой, танк стой, идите к нам. Танк чуть вперед. Вот сюда вот, вот сюда вот, куда я целюсь. Чуть вперед танк, видите? И чуть вперед все, выдвинитесь вот сюда вот. Все, 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 готово. И теперь пробегитесь сюда, без танка сюда. Вот на краю дороги, вот тут, где роер, где роер, где роер. Так, теперь на... Че, сядьте кто-нибудь за руль, на соседний флаг лежит, я проверю. Где. Да, на Жан Дре Нуиль, вот так. Жан Дре Нуиль. Да, направо рулит. Вот за флаг зону на следующую улицу. Далее очень направо поверни и у домов остановись. Да, где-то вот тут вот. Стой, 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 стой. Подождите, подождите. Уберите грузовик в сторону, только не убивай его. Вот. Пригони сюда грузовик. Ко мне. Ну, все, так. Чуть-чуть ближе танк. Теперь на церковь сюда, на вход, на лестницу. Не убивайте их, не убивайте их. Смотрите. Идите на... Именно... на лестницу. Не, именно на лестницу, на лестницу. И Егор тоже туда идет. Все, готово. Теперь к водонапорке. Где грузовик? Не украли грузовик? Они надают на танк тогда. Там есть место? Только два места есть. Нет, четыре. Пять мест на танк. А, подождите, подожди. Туда испанцы приехали. Давайте суицид на Жош. Мы друг другу мешать будем. Егор, ты едь на Жан Дрей, мы там быстро сделаем. Радио, сделай суицид на Жош, появись. На радио, на вокзал. А нет, нет, подождите, подождите, подождите. На правый переезд справа. На правый переезд, на восточный. Вот тут вот стойте, вот не на дороге, а рядом.
Ща я подбегу. Нормально, теперь на платформу надо. Вот чуть-чуть впереди меня, чуть подальше. Вот примерно. Так, да, так, так, нормально. Керс сядь. Теперь суицид и на городе этом. Андрей. Прыгни налево, Егор. К церкви с юга. Стой там, там, как бы примерно там. Сейчас я пригодюсь к нему. А не-не, знаете, надо чуть назад на перекресток, на Т-перекресток типа. Какой? Не-не-не, вот, вот направо, направо, направо. Да не стойте, кстати, вот у угла забора, вот тут примерно стойте. Не-не, вы должны подъехать по углу. Сдай меня назад по цеху. Да. Иосиф, выйди от нога. Подождите. А, теперь... А, меня подождите. Нет? А. Не поздно, ладно. Ну, подождите. Иосиф, выйди оттуда, ты ники не видно. Вон, все, да, так. Так, все, теперь на где этот мост. Какой? Который автомобильный мост. Какой мост? Ну, автомобильный тут в центре. Мост есть? Так, зачем не знал? Нет. А, вон дальше. А... Извини. Ха, я тебя не заметил. Вот эта часть наверху, танк наверху, а пехота внизу. И кто-нибудь из пехоты тоже останется наверху. Хотя нет, нет, вся пехота вниз там ники не видно на плане неба. Пехота вниз, пехота вниз. Тихо, не дыми, не дыми. Разберитесь в сторону, а то ники сливаются. Ладно, все. Не, подожди, Роер, встань, остальные не двигайтесь. Иосиф, ляж. А, нет, Иосиф, тебе надо будет... Ну ладно, так, запомни, что в центре Иосиф. Все. А, знаешь что, Иосиф, подпрыгни.
Вот одна. Теперь назад туда. Танк остался там, там нет места для танка. То есть там будет еще соседнее место рядом. По-моему, вот у этой калитки на фоне особняка. Ничего себе, быстренько сфоткаемся. Да вообще, я в шоке просто. Обычно это часа на три. Теперь обратно наверх, налево, чуть-чуть налево пройдите. Просто весь ответ, где надо встать, и поэтому так быстро. Стойте вот, стоп, вот там, стойте там. Сейчас снайпер пойдет. Я, кстати, ни одну историческую фотку не нашел тут. Танк можно подогнать, если хотите. Давай подгоним. Это два танка подгоните. Потом еще пугму. Лечу их. Роль, подгони вот эту мелочь. На дорогу просто как трафик поставьте их. Ой, сейчас, сейчас. Ну теперь только на водонапорке осталось. Где? На водоноп. В этой башне. А, нет, подожди, стоп. Стоп, стоп. Обратно на мост, только я забыл, на другую сторону. Нам от райзера фотку надо? Под мост. Не-не-не-не. Идите обратно, я в ту сторону сфоткаю. Не застрял. Вот, да, надо вот тут вот так поставить. Он застрял. Пехота вниз идите. Ладно, пофиг. Нет, тут мог остаться там, Егор. Момент. Давай вниз. Надо лечь, чтоб некем было видно. Не, вниз надо? Не-не-не, радио, Ляш. Нет, Кирс, вернись наверх, радио, именно Z нажми. Иосиф, стой прямо. Хорошо, натрию можешь лечь на Z? Вот все, да, все, теперь не видно. Нет, кто лег лишний? Да, Иосиф, стой. Иосиф, стой. Ну, кто? Нет. Да, тихо, не, все, не делитесь. Так, все, теперь надо на порт. Надо на какую-нибудь технику. Там застряло это что-то, да? Ну, еще раз попробую. У меня опять мест есть. Кстати, в танк надо поможет, если она не застряла. Ну да. А куда теперь? Ча? Куда теперь? Ехать на напорку, я не слышу, у меня громко этот. Попытаться. Прямо у входа, без танков. Я специально для РК делали? Да, но потом узнал, что, скорее всего, она послевоенная. Такой появилась. А, это ты делал? Да. Идите прямо к входу. Там, по-моему, говорит, что она после... Типа в другом месте стояла. Она нет, ну, и она на панорамах тут стоит, но, по-моему, она новая. Сейчас тут стоит, я видна на панораме. Его развернись. Чуть... Да. Ну там, радио чуть налево, два шага.
Бота потеряли. Ладно. Теперь... Чё? А, давайте. Я. Ну, я в ОПЦшке застрял. Теперь где-нибудь наверху. О, подождите, стойте. Не поднимайтесь. Сюда просто на перила, кстати. О, не на перила, а вот тут. Все, затихочку. Не хватает немного ширины. Все, нормально, тихо. Нормально, привет. И тут тоже так встаньте, как это, ну, как вот на. Только аккуратно, не уходите, как радио. Натрем поближе к нам. А то ник пропадает. Не запомните, что. Так, нормально, теперь. Ну и че, на крыше тогда? А на фоне, давайте вот этого города, на фоне города. Ну хочешь пролететь, не сам быстро. Сейчас, радио, посмотрите. А не, подождите. Покучнее придется, вот у Керста покучнее, кстати. Радио поближе. Неплохо. Сейчас там дым пройдет. Подожди, стой. Все, давай. Тихо, я... Киньте радио только с другой стороны крыши. Чтоб он не мешал. Ну, кстати, можно. Чё можно? Там это, райдер. Настаивает на том, что нас сфоткает. Hello. Hi. Hey, райдер. One picture. I don't know. Are you far away? I'm coming. Yeah, sure, you can spawn on our rally point. Petri. Пройти, наверное, с северо-востока на юго-запад. Окей. Okay. Да. The peak from here? Yeah. Just wait for him. He will fly over our heads. Okay. Да, со стороны города, с, как получается, D2 на куда-нибудь на B5. Hey, Cooper Moore, Roger. Same with bags. Okay, one more. Bounce with the gun. Ah, okay, it should be perfect. Guys, wait. We can try something. What if I go down and you all
jump at once, and I try to get big with you in the air. Okay, let's do it. А, подождите, не спускайтесь, сейчас райдер вниз... А, я упал! ...будет снизу, мы спрыгнем к нему все вместе, он попытается нас сфоткать. Wait. When I say zero, you jump. Окей, копай. Где он скажет... I am in north, 12 o'clock. Look at me, I'm shooting. Когда он скажет zero, прыгаем. Okay, whenever you want. Three, we are ready. Three, two, one, zero. I think I got you. Let yeah, thank it. You. Не, наверное, уже... Наверное, надо уже заканчивать. Давай, влезайся. Oh yeah, it's our job. Okay, I will send you Vlasov. Yeah, sure, send it. Hey, glad to see you, Egorev and Natsu. Finally, join. Bye-bye, have a nice weekend. Bye-bye. Пойдите на Орель, ты побыстрее молодец. Подожди, Рольф, стой. Давай ты врежешься, да, чтобы прям взорвалось по центру. Ну да. Стреляй, чё? Как так? Почему? Я не кашетил. Это случай, когда вышел. Ну ладно, все, давайте на этом. Ладно, все, давайте, до следующей недели. Пока. Да.